Если вы подписаны на мой инстаграм, да или даже просто на канал и смотрите видосы, вы наверняка заметили, как же сильно я упоролся по стикерам. Меня очень захватила эта история, конкретно у меня есть небольшой бэкграунд, что я в школе рисовал граффити, рисовал очень плохо, прям уникально плохо, ну, был совсем ребенком. После этого страсть утихла, там двух моих друзей, с которыми у нас была крутая крю, их повязала полиция, ну как, ничего серьезного в итоге не было, но очень сильно их напугали. Вот, и в итоге на этом наша граффити-активность прекратилась, и после этого я в очередной раз сменил школу, сменился круг общения. В общем, про граффити я забыл на долгое время, и вот уже будучи в сознательном возрасте, ну, относительно будучи блогером, снова увлекся граффити-культурой. Каким образом? Я просто все это время посматривал на разные кусочки, меня все это привлекало. В вузе я всегда рисовал всякие надписи, буковки и все такое, ну и в принципе, если и остальные видосы смотрели, я рассказывал там про разные эти элементы, и вот этот вот граффити-стилек всегда был мне очень близок. И я довольно криворукий, поэтому вообще сложно представлять, чтобы я управлялся с баллоном, что-то там чисто ровно делал, еще и в любую погоду эти баллоны с собой тащить. Короче, я, если бы занялся граффити, я бы сейчас просто производил говно в основном. Вот, и поэтому меня увлекли стикеры, потому что это гораздо проще, но при этом такая же часть стрит-арта, и к тому же в этом стикер-бомбинге проявляются также крутые граффити-авторы. Я начал дальше проникаться темой, гуглить, что кто есть, что вообще происходит, и если на момент, когда я в школе увлекался граффити, это была узкая, закрытая, совершенно недружелюбная тусовка, то здесь оказалась куча разных интересных чуваков, которые мало того, что клеют свои стикеры в городе, у них есть свое комьюнити, в котором они все общаются, все знакомы, и устраивают разные мероприятия. И апогеем этого стала выставка московских стикеров Мосстик. Мы находимся в арт-кластере Гамма, и перед началом стикер-эвента здесь не было ни единой наклейки. Эта стена была абсолютно чистая, но на протяжении месяца разные стикер-бомберы с Москвы и из других городов России приходили сюда, складывали вот в этот самый почтовый ящик свои стикеросы и, естественно, заклеивали ими эту стену. Стикеров накопилось море, и вот этот вот лофт, одна из его заводских комнат, хотя это скорее огромный ангар, она будет целиком заполнена различными стикерами самых разных авторов. Мы с моим оператором проникли на сборку этой выставки, где более чем из 5000 стикеров собирали огромную уникальную экспозицию трушнейшего московского стрит-арта. Об этой выставке и многом другом сегодня в ролике. Здорово, я Сейн из будущего, который неделю монтировал этот ролик, поверьте, я постарался, но за это время выставка почти закончилась, остались буквально последние дни, сегодня и завтра. Сегодня грандиозное закрытие с офигенной программой, а завтра просто последний день, чтобы хотя бы увидеть эту шикарную выставку. Поэтому, если вы в Москве, срочно вот смотрите на число. Если вы 8 или 9 числа смотрите этот видос, срочно бегите на выставку, там интересно и круто. А пока смотрите сам видос. Это вещь номер один. Вещь номер два. Халява, дорогие друзья! Бесплатный интенсив по веб-разработке. Вот если вы про веб не знаете ничего, или вы уже поняли, что там сейчас люди зарабатывают очень большие деньги, и у меня там куча друзей-разработчиков, я смотрю на их зарплаты и думаю, что не так уж прикольно быть блогером. Так вот, если вы об этом еще не задумывались, или же задумывались и сделали какие-то первые шаги, у вас есть бесплатная возможность в этом сориентироваться, и не у кого-то там, а у Geekbrains. Про Geekbrains вы уже точно много раз слышали, компания выпускает сотни и тысячи успешных студентов ежегодно, люди устраиваются в IT, и конкретно на этом, опять же, бесплатном интенсиве вы узнаете, за какое время вообще можно стать веб-разработчиком абсолютно с нуля, на что в первую очередь будут смотреть ваши будущие работодатели, как стать специалистом с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц, это самая стартовая позиция. Также вы сможете сразу в том же Geekbrains записаться на карьерную консультацию, то есть понять, как вообще
вообще можно применить эти навыки в современном мире. Согласитесь, это важно и безумно полезно. Вот было бы что-то такое в мое время, может, опять же, блогером бы и не стал. И это не просто видео в интернете или стрим. Интенсив проходит в режиме онлайн, поэтому вы сможете задать все интересующие вас вопросы напрямую, сразу. И после интенсива вы уже зная, чему можно научиться, какие вообще опции доступны и каким специалистом вы можете стать, вы сможете начать обучение в Geekbrains. А обучаясь в Geekbrains, каждый студент гарантированно проходит стажировку, и ему помогают трудоустроиться в одну из ведущих компаний-партнеров. И даже если вы непосредственно веб-разработчиком быть не хотите, то на этом интенсиве вы получите в принципе знания о вебе, который вездесущий, очень быстро развивающийся и включает в себя огромное количество профессий, которые прямо сейчас создаются. Поэтому, так или иначе, если вы не знаете, чем в жизни заняться, но хотите себя как-то применить в современных технологиях, то интенсив Geekbrains, он ну точно для вас. Поэтому по ссылке в описании переходите, выбирайте удобную вам дату, записывайтесь, вот реально не откладывайте, просто сейчас запишитесь на этот бесплатный интенсив, и возможно это вот разделит ваше понимание о том, кем вы хотите быть на до и после. Ссылочка в описании. Начнем вообще с исторической справки, как это все получилось, потому что искусство уличного стикербомбинга, оно имеет большее отношение к граффити, чем просто к истории наклеек там и клейкой бумаги. Каким же образом? Во-первых, был тегинг. Все прекрасно видели вот эти вот надписи, ники, которыми исписаны все улицы в вашем городе. К ним можно по-разному относиться, они бывают очень разного качества, но суть в том, что вот такой прецедент был. Если вам интересна подробная история граффити, то отправляю вас на замечательные лекции Дмитрия Аски, очень известного крутого художника, они по ссылкам в описании. Если коротко, то во времена наиболее активного распространения хип-хопа и брейк-данса, вот эти вот самые трушные годы в Нью-Йорке, на самом деле Нью-Йорк был довольно злачным местом, которое очень плохо контролировалось во всех смыслах, и поэтому там процветала самого разного рода преступность, и в том числе начал процветать такой местный вандализм. Банды писали названия, собственно, своих банд на стенах в районе, чтобы обозначить, что это их территория. После этого таким же образом начали помечать свои места просто люди, просто подписывая вот так вот на стене свое имя или кликуху, и вот самым обычным шрифтом, просто вот буквы они писали, и на этом заключалась вся тега. После этого это начало усложняться, уже появились полноценные куски, у них начали появляться там контура, заливки, различные разрисовочки, обрисовочки, и, собственно, таким же образом эволюционировали и теги, то есть начали их писать более изощренно, красиво, с всякими закорючечками, украшательствами и всем таким. И вот таким образом они, развиваясь годами, дошли до примерно того состояния, в котором мы все их знаем. Для кого-то разницы почти нет, но на самом деле она есть, особенно если вы вот эстетствуете в этом смысле. Вот прямо сейчас решали, как тебя представить, оказалось, что у тебя 153 амплуа, то есть ты и, не арт-директор Гаммы, а представитель арт-центра Гамма, один из главных организаторов этой выставки и сама по себе художница-стикербомбер. Да, все правильно, я действительно являюсь арт-директором Гаммы, то есть здесь нет ничего такого. То есть прям арт-директор Гаммы? Да, то есть, соответственно, я отвечаю, в принципе, за всю креативную часть здесь, но понятно, что огромное количество ребят, которые здесь у нас являются резидентами, вот, они, конечно же, тоже вносят свою лепту, вот, и без них, в принципе, ничего бы этого не было. Сам кластер, как любой другой, в общем-то, он функционирует и, в принципе, живет за счет того, что есть пространство, да, этого кластера, которое предоставляется различным людям на временной, на какой-то там более постоянной, более долгой основе. Здесь у нас есть мастерская Миши Моста, есть мастерская Степана Краснова, я думаю, что вот, там художники такие более-менее на слуху. А конкретно про Моцти, как это получилось? То есть просто знакомые знакомых взяли и решили это организовать. Просто я вообще не слышал прецедентов других выставок, именно стикеров, именно уличных. Во-первых, конкретно выставка Мостик — это проект, да, который создавался Gamma Projects, то есть, соответственно, это на наш бюджет все делается, мы предоставляем бесплатно все это пространство, то есть ребята ничего не стоят, кроме их собственных каких-то творческих ресурсов. В принципе, Gamma — это как раз то пространство, которое
нацелены на эту аудиторию, на то, чтобы дать вот этим андеграундным ребятам возможность что-то о себе рассказать, потому что, ну, не всякий знает, вот чьи вот это вот все куски, вот, вокруг которых мы здесь, в общем-то, стоим, рядом с которыми, да, и... В принципе, в этом смысле, если подумать о тех кластерах, которые уже существуют, вот, в принципе, уже достаточно старых, да, там, тот же любимый всеми винзавод, то, соответственно, он уже не готов предоставить площадку для людей, вот, подобного, скажем так... Ну, подобные сферы занятости, да, искусства, да. Группы, да, людей, вот, да. То есть, соответственно, мы сейчас, мы как бы про андеграунд, мы про уличную культуру, про, в том числе, конечно же, и вот граффити, естественно, и стикеры сейчас. Вот, и поскольку мы видим такую отличную, совершенно отличные показатели по статистике, вот, какой ты получил отклик, что есть огромное количество ребят, участников, которые приедут специально там завтра и вот на последующие дни на это мероприятие, просто там из Ярославля, там из Самары, то есть просто вот потому, что они этого хотели, они являются участниками, им это интересно. Вот, и как бы мы не... в общем-то, нацелены на какую-то массовую аудиторию, вот, мы для тусовки, мы сами по себе тусовка, вот, соответственно, делаем это просто вот на уровне общих интересов, вот, ну, собственно, и все. Ну, по такому же принципу примерно у меня канал ведется, когда вы спрашиваете, почему подписчиков так мало, вот поэтому, потому что же, каждый раз, куда не схватишься, какой-то глубокий андеграунд, а нас вообще не интересует, что там за его пределами, ну, что ж, это самое крутое. Нет ощущения, что это больше всего интересует именно тех людей, которые сами занимаются как-то граффити. То есть если с музыкой условно понятно, что может все, кто слушают Аврил Лавин, хотят стать как Аврил Лавин, но это как бы неявно показано. Но есть ли такое, что все, кто ходит на такие ивенты, они сами просто граффитисты, и за пределы сообщества это не выходит. И, типа, те, кто ходит по улице, мы даже видели вот тут знак у вас, который обклеен целиком, или там почтовый ящик у метро обклеен целиком. Для всех это инфошум, и они этого даже не видят. Нет такого ощущения? Это правда, но на самом деле, когда, опять же, я открывала каждый конверт, и в нескольких из них я обращала внимание вот на небольшие вкладыши, где люди пишут такие небольшие сообщения из серии. Я вообще там, типа, к этому никогда не имела никакого отношения. Я вот вас увидел, типа, что вы такое делаете, и вы меня вдохновили, и я решил, собственно, сам сделать вот тут за несколько часов там, типа, свои стикеры, вот, держите. И как бы это круто, потому что, соответственно, таким образом мы привлекаем к этой культуре, к нашему сообществу новых людей, и для нас как раз вот в этом и есть интерес, то есть чтобы показать другим людям, что в этих стикерах есть что-то интересное, это коммуникация, собственно, и наша программа, по большому счету, она направлена на то, чтобы познакомить людей с тем, что они видят на улице, чтобы это не было каким-то, как ты сказал, там, шумом, вот, чтобы, соответственно, это у людей где-то отзывалось, и они понимали, что как будто бы они изучили новый язык, вот, и в том числе могут на нем общаться и что-то понимать. Ты сама это воспринимаешь как «я клею маленькие картины в городе, которые кто-то когда-то увидит», или это все-таки то же самое, что тега, но просто безопаснее, удобнее, и там карман не пачкает, и остальные всякие штуки? Ну, я не вижу между первым и вторым прям какого-то противоречия, в принципе, наверное, это одно и то же, но опять же, поскольку... Как, ну, если находишься в комьюнити, то ты понимаешь, что, в принципе, действительно, это, опять же, как я сказала, какой-то язык, соответственно, тебя узнают, и это твой какой-то там, твоя эмблема, твой логотип, соответственно, ты его клеишь, и ребята такие: «О». Есть ли какие-нибудь стикеры, которые вы бы на выставку не взяли? Или какие-то реальные, там, вам свастики в почтовый ящик не сували, или какая-нибудь именно такая сумасшедшая совершенно хрень была? Ну, прям сумасшедшие, наверное, нет. Есть несколько примеров того, как люди какую-то там, ну, условно, порнографию делают, но они делают ее там в рамках, не знаю, там, тантрических практик. Кто-то там что-то пишет про эротику, там, в каких-то своих телеграм-каналах. Ты такой: ну, ладно. Вот, то есть, типа, эстетическое восприятие, да, вот, подобной порнографии. А, значит, кто-то там просто делает стикер, на котором там изображена, там, типа, Саша Грей, понятно, в каких позах, вот, там, оголенка, что называется, все такое. То есть, ну, и, в принципе, ты к этому уже, в общем-то, привык.
Это мы разобрались с понятием тегинг. Есть также понятие бомбинг. То есть есть просто граффити-куски, да, которые, они бывают очень красивые, замудренные, там, с персонажами и все такое. Их могут рисовать долгие часы. А есть именно бомбинг. Суть его в том, что это еще называют флопами. То есть максимально быстро заваленный кусок. Он, как правило, находится в каком-нибудь очень видном месте, на какой-нибудь очень проходимой улице или там крыше, которую все видят, или вот еще в каком-то таком месте, которое, во-первых, видно, а во-вторых, соответственно, вас там могут легко поймать и вот ответить вам все возможных пиздюлей, при том как обыкновенных, так с точки зрения закона, в общем, неприятно во всех отношениях. И отсюда получается глагол «забомбить», в смысле нанести свой рисунок куда-то. Я там забомбил собаку, значит, я нарисовал рисунок на электричке. Вот сленг. И вы думаете, что вот здесь и появился стикер-бомбинг, что просто в какой-то момент люди начали печатать эти куски на нормальных наклейках и клеить просто свои небольшие куски, нарисованные в тетрадке, то есть скетчи, по городу. На самом деле нет, на самом деле все гораздо интересней. У нас это не так распространено, но в Америке очень распространены вот такие вот бейджиковые наклеечки-табличечки с надписью «My name is». То есть мое имя. Предназначаются они для совершенно тривиальных вещей, то есть для каких-нибудь там продавцов-консультантов, волонтеров или других людей, кому вот нужно вот здесь вот на бейджике иметь имя, а при этом по каким-то причинам вот бейджик печатать не хочется, да, его можно писать от руки. И поэтому производились в массовом порядке для промышленных нужд вот такие наклейки. Разными правдами и неправдами эти наклейки доставались граффитистами, и они расписывались на них, то есть тегали на этих наклейках, и эти самые стики с надписью «My name is» они клеили по городу. Нужно понимать, что к этому моменту сама культура уже сильно эволюционировала, уже нету никаких банд, уже не стоит за этими тегами какого-то там территориального интереса или что-то такого. Это чистое соревнование уличным искусством. То есть, кто на более палевном месте нарисует, у кого кусок красивший и так далее. Притом, если это во времена банд, это все-таки было противостояние в духе «мы вас встретим, запиздим», то здесь это состояние в духе «нихера, как он сделал, блин, хочу так же, блин, хочу круче». Это Кирилл Пиджин Фролк, который, ну, наверное, один из самых известных и заметных стикер-бомберов вообще в Москве, потому что, мне кажется, нет стикеров заметнее, чем огромные голуби, которые, собственно, нарисованы в характерной стилистике, и стикеросы самого большого размера, и большие, и маленькие, и короночки тоже они твои, и, в принципе, такое производит впечатление бати московского стикер-бомбинга. Как у тебя так получилось? Ну, я просто вот начал и не остановился. Как давно ты начал? Ну, лет 6, надо, с 14 года. Была волна такая стикеризма, классная тусовка. И мы ходили, клеили с ребятами, а потом... Ну, ребята там, с кем я начинал, переставали, уходили там другие штуки. А я вот, ну, больше углублялся и рисовал. И ты по меркам граффити старожила, и по меркам стикербоминга? По меркам граффити вообще никто, потому что есть очень старые ребята, там по 20 лет рисующие, основа вообще очень старая. Ну, я сразу начал рисовать Керрика, как бы у меня не было такого именно стажа с буквами или там каким-то участием в командах. Я сразу начал такой стрит-артик, а потом все переросло просто в стикер-бомбинг. У меня нет никакого бэкграунда там по рисованию, я нигде не учился, и я начинал там вот, ну, как на собственном энтузиазме рисовать там коряво, заходил в первые граффити-магазины, покупал, ну, вообще это был огромный восторг, вся вот эта романтика. И просто, ну, вот со временем там нарабатывал свои часы, там рисовательные, и вот стилек такой вышел. А при этом у тебя есть какое-то там художественное образование или любой художественный бэкграунд? Ну, я говорю, нет, вот, типа, ничего. Сколько ты в месяц тратишь на стикеры? Так сложно сказать. Ну, типа, по деньгам именно. Ну, все зависит вообще от сезона. Сейчас вот я нисколько не трачу на стикеры, потому что стоит мороз, и они просто не клеются, и нельзя. Но выгоднее всего, типа, покупать стикеры в большом количестве, там, большими партиями, потому что это выходит дешевле. И вот я там, ну, трачу там 10 тысяч там, на сколько-то стикеров и клею их там пару месяцев. Там бывают еще какие-то докупаю там из специальной бумаги, которые сложно баффать, оттирать, да, экшелки.
Вот, и это тоже какие-то расходы. Ну, то есть нет такого четкого графика, но я так нормально думаю за все время потратил. Ну вот, экшелки я печатал 500 штук за 3600. Угу. 3600 именно на то, чтобы просто их потом ходить, клеить по городу. Да. Если не секрет, чем ты занимаешься просто по жизни? Ну вот пока вот этой штукой. Не, в смысле, откуда у тебя 3600? А, ну я там рисую всякие холстики, там еще помогаю всякие. То есть ты буквально продаешь свои работы и работаешь художником параллельно? Ну да, да, можно так. А у тебя есть какое-то образование, чтобы смешно было в духе там электромеханик? Не, психология. Появляются все время локальные темы, там всякие объединения, сообщества. Кто-то больше в стрит-арте, кто-то больше в боминге, кто-то там электрички окрашивает. Кто-то, вот ребята занимаются типа наклейками. Кто-то рисует куски на наклейках, это тоже типа вполне круто. Ну, то есть оно творчество, оно такое, оно постоянно создает такие сложные переплеты. Круто, что люди со стороны обращают на это больше внимания. То есть за стикером еще не закрепилась такая девиантная штука, как там за тегами и граффити. И поэтому люди, наверное, как-то более охотно это воспринимают. Топливо всего вот этого уличного движения, там, каким бы оно ни было, то, что тебя узнают, то, что ты общаешься с чуваками, то, что ну, есть какое-то такое доброе соревнование там, без бифа. Кто круче, кто кого больше, все ребята делают совместки. И вот все вытекает в такие тусовки. Безусловно, были разного рода бифы и другие противостояния, но именно когда ты открыто воюешь с другим художником, ты рисуешь что-то поверх его куска, перекрываешь его своим или что-то пишешь на его куске, а в случае, когда ты рисуешь просто рядом с ним или на другом месте и тиражируешь свои куски везде, это наоборот способствует знакомству. До появления интернета как раз-таки самые первые нью-йоркские райтеры знакомились там в отделениях полиции, просто в метро и на каких-то спотах, где было просто меньше полиции, они могли свободно рисовать. До появления вот интернета, когда нельзя было никого найти, они буквально собирались там косвенно и напрямую силами правопорядка, и в итоге оказывались в кружке по интересам. И самая интересная часть в том, что эти кружки по интересам вскоре появились не только в Нью-Йорке, но и во всей Америке, а потом и во всем мире. История про то, что я могу написать что-то на улице и оставить в своем городе какой-то отпечаток себя, она оказалась универсальной для огромного количества людей по всей планете. Чаще всего можно слышать объяснение этому вот такое. Якобы есть реклама, которая вторгается вот в визуальное пространство города, и это же не какой-то там вот, что можно купить полную версию в приложении, и те реклама отключится. Нельзя в своей жизни отключить рекламу, и мы как бы не получаем, как горожане, никаких отчислений за то, что нам рекламу показывают. Она просто как бы есть, и таким образом корпорации, то есть вот извечная тема, что богатеи, власть имущие и так далее, они навязывают нам какие-то свои визуальные образы, свои идеи, свои товары и так далее. А почему мы, как низы, не можем ничего навязывать? Это ведь и наша улица тоже. Из такой логики существует граффити. То есть, опять же, логика может быть трижды спорная, но она имеет право на существование, потому что, я думаю, вы вот 3 миллиарда видели разных идей про то, что у нас тотальный контроль, у нас там индустрия рекламы, масс-медиа, масс-маркет, массовая культура и все вот такое. И когда в данном случае там корпорации и государства, они обладают такого рода влиянием, не могло не появиться контрвлияние. Опять же, это просто неизбежно, то есть если бы не в виде граффити и вот того, что существует в нашей жизни, в нашей вселенной, в параллельных вселенных, думаю, ровно такие же какие-то контркультурные аспекты, контркультурные явления, они присутствуют, потому что этой контркультуры не может не появиться. Ну и, честно говоря, контркультурой в нашей вселенной я более чем доволен. Клёвенько. Это Юра Кокон, граффити-художник в первую очередь, а во вторую... Граффити-художник, стикерист. И ты, наверное, самый необычный из тех, что у нас сегодня есть с точки зрения стиля, потому что до этого были керики, до этого были кто-то еще. Как бы ты сам описал, что у тебя на стикерах вообще нарисовано? Это чё? Коллажи, может быть, такие, знаешь, дадаистские коллажи, когда ты просто смешиваешь какую-то фигню, все подряд. Дело в том, что я не умею рисовать, поэтому я не рисую ни буквы, ни красивых кериков, а просто складываю готовые части, там, типа, готовые глаза, готовые рты, вот, и из этого уже что-то получается. Я дизайнер,
Но я дизайнер без художественного образования, я сейчас получаю его как раз-таки вот высшее образование. Ну, там по учебе мы что-то делаем, но, естественно, не граффити. То есть ты просто после школы взял и пошел на граф-дизайнера в какой-то там вуз, не обязательно называть в какой, вот, и сейчас учишься, а параллельно фигачишь стикеросы. Да, не, на самом деле я учился на экономиста, а потом я понял, что я так полюбил стрит-арт, граффити, стикеры, такое, что, ну, в жопу. Я могу говорить здесь слово «жопа». Можно любое вообще слово говорить. Вот, что я бросил универ, поступил на дизайн, и вот теперь я здесь. Я, честно, когда видел эти стикеросы, я представлял какого-то более ёбнутого и шизофреничного чела, вот. А ты выглядишь более чем вменяемо. Я пытаюсь до всех доебаться в духе «а зачем ты это делаешь?». Я сам не могу объяснить, но доебаться надо просто по долгу службы. Зачем? Зачем? Как название граффити-команды, да, зачем? Как название граффити-команды. А почему бы и нет? Ну, знаешь, это становится интересным, когда ты наблюдаешь много всего в городе, и ты просто видишь вокруг себя что-то, что не должно как бы там быть по логике существования города. И вот такой сбой в матрице, он тебя сначала приковывает взглядом, а потом ты начинаешь понимать, как это все работает, и тоже хочешь как-то сбоить эту систему. Вот. Ну и это просто весело. Гуляешь на свежем воздухе, активным физическим трудом занимаешься, там куда-то забираешься. Мы находимся на таком... как бы самой периферии граффити-движения, ну, то есть какие-то чуваки, они прям рисуют граффити, они прям такие райтеры очень активные, но что я, что Пиджин, мы особо не по граффити, мы по стикерам, а это такая очень добрая открытая тусовка, типа, если сравнить там даже по, не знаю, по возрасту, по полу, то у нас там очень много девочек-стикеристок, очень много молодых ребят, то есть там это делают прямо даже школьники, вот, граффити, которые прям рисуют там на поездах, в городах, на улицах. Это обычно такие уже чуть более солидные мужичочки даже, не просто парни. Ну вот на Новый год я себе сделал подарок за 6 тысяч, заказал партию в несколько тысяч стикосов. Вот. Ну это вот, считай, я их буду расклеивать пару месяцев точно. То есть это еще пару месяцев, я их уже расклеиваю месяц. Вот, так что, ну, 2000 в месяц, наверное. Вот Пиджин нам постеснялся говорить суммы, там реально десятки тысяч, 100 пудов. У Пиджина, я не знаю, мне тоже неловко даже спрашивать, он расклеивает стикеры просто направо-налево. Просто он нам вот раздал, понимаешь? Мы такие, можно у тебя стикеров попиздить? Мы думали, он штуки 3 даст, тут вот целая куча лежит. А, да, вот. Да. Не палит, он 100-пудовый миллионер, я отвечаю. И, конечно же, в ролике про стикеры можно выиграть стикеры. Мы их разыгрываем в каждом ролике. И чтобы выиграть их в этом, нужно написать под роликом коммент, в котором вы расскажете вот мне и всем остальным людям, которые читают эти комменты, а их, кстати, очень много. Напишите, что должно быть написано или нарисовано на стикере, чтобы это точно привлекло внимание всех людей на улице и осталось в как можно большем количестве голов. Пишите это в комменты, собственно, победителю. Через пару недель мы вышлем стикер-пак в любое место. Лучше, конечно, чтобы вы оказались в России, ну и не в Россию, вышлем куда хотите, получите наш стикер-пак на халяву. А я напоминаю, что если вы хотите помочь в продвижении видосу, а тяжко такие видосы продвигать, проявите любую активность под видосом. Лайки, комменты, колокольчики. Чем больше всего этого вы нажмете, тем лучше будет каналу, видосу и мне лично. А для тех, кто хочет поддержать прям еще сильнее, есть Patreon, который я уже упоминал. Возвращаемся к ролику. С годами граффити становилось все менее и менее маргинальным. Во-первых, сами художники хотели выходить из маргинального поля, своим делом зарабатывать себе на жизнь, ну и просто не проводить там кучу времени в убегании от полиции, сидение в полицейских участках, ну и все остальные вот эти вот проволочки противозаконных действий, потому что когда там художнику 30 лет, ему уже вот совсем не до этого. Ну, не всем, конечно, но обычным людям вот так. И к тому же само граффити переставало быть диковинкой, становилось чем-то, что ежедневно присутствует в жизни людей, и те же большие корпорации, которые, казалось бы, являлись врагом, они сами начали быть заинтересованы в использовании граффити-стиля, граффити-техники в различных своих оформлениях, как помещений, так и какой-то визуальной атрибутики, да вообще разного всего. Все-таки это целый пласт живых крутых художников, которые к тому же не слишком охуевши задирают прайс, имеют новые идеи и прямой контакт с потребителем. Естественно, это не панацея, заказчик очень сильно ограничивает художника, многие принципиально не рисуют никакие заказные работы, многие принципиально рисуют только свои эскизы, только свои работы,
работы на заказ, потому что не хотят там рисовать какой-нибудь прекрасный город и мэра, который ребенка держит, ну и вот все в этом духе. И граффити-художники столкнулись со всеми теми же проблемами, что есть у любого творческого человека, который регулярно работает с клиентами, это, собственно, сами клиенты. Но все это в итоге привело к тому, что сейчас все разделяют граффити и стрит-арт, и все прекрасно знакомы как, и с одни, как с одним, так и с другим. И мало того, что сами художники там не рисуют на каких-нибудь храмах, исторических зданиях и вот прочих таких местах, которые выглядят цивильно и хорошо, а у нас еще и на херовых местах могут все закрашивать. Даже в таких районах есть огромные расписанные стрит-артом стены, потому что это давно уже стало частью нормального, и подобных людей признали как художников. Стрит-арт — это фича. Все знают Бэнкси, и там его работы продаются за огромные деньги, и таких как Бэнкси, я думаю, вы наверняка еще кучу знаете. И сейчас мы имеем как общеизвестный, общепризнанный и для всех, ну, по крайней мере, для критического большинства, нормальный, приемлемый и понятный стрит-арт, и очень доступную типографию. Там даже у меня стоит принтер дома, который вполне себе справляется с клейкой глянцевой бумагой. Конечно, она уступает по качеству типографской, но и сама типография — это очень дешево. Каждый из вас может пойти и прямо сейчас напечатать свои собственные стикеры в копирке. Почему это не реклама копирки? Просто там действительно это можно. Они вам напечатают на огромном рулоне. Это будут, опять же, самые простые, наипростейшие стикеры за, ну, типа, чем круче вы хотите, тем дороже они будут, но так или иначе это доступно каждому. И сейчас в стикер-тему входят далеко не только граффитисты, но и просто художники. То есть у всех разные причины, почему они не увлекаются граффити. Кому-то, как минимум, просто не нравится вечно рисовать буквы, да, это нормально. Мне, к слову, буквы пиздец как нравятся, но сейчас не об этом. К чему была вся эта длинная предыстория про граффити? К тому, что сейчас стикер-сообщество, оно представляет из себя именно такой симбиоз в виде основы из граффити, и самые активные вот стикер-бомберы, они какой-то граффити-бэкграунд имеют, и совершенно никак не связанных с граффити людей, или людей, которые максимум знакомы, там слышали, у них есть друзья-граффитисты, но сами они просто художники, им просто нравится рисовать, а кому-то даже не рисовать, а фотошопить, а кому даже не фотошопить, а просто там писать какую-то надпись и это печатать, кому-то фотки и так далее. Сейчас это абсолютно свободная площадка для самовыражения, но от граффити там осталась, во-первых, куча внутриков, а также сама логика бомбинга, потому что стикеров должно быть как можно больше, и чем в большем количестве мест находится твой стикер, тем больше, во-первых, просто людей его увидят, а во-вторых, тем больше людей в сообществе будут знать о тебе, и ты, собственно, будешь более важной частью этого сообщества. А, собственно, если ты хочешь развиваться в любой дисциплине, то, опять же, уже 100 раз говорил, нужно быть знакомым с сообществом, это крайне полезно. С нами Бла, сторожила граффити-тусовки, у которого стаж в 20 лет или сколько точно? Ну, в начале 2000-х я начал рисовать. То есть больше 20 лет стаж? Нет, около 20. Около 20 лет стаж. И я сам подписчик, и это действительно какой-то феномен, что человек не показывает лицо, не распространяется никак. То есть ты же не лепишь там свой инстаграм на улицах и все такое, но при этом действительно есть куча людей, которые следят за этим, реально ищут стикеры или теги Бла на улицах, их фоткают, пишут, мол, поймал Бла, так же покупают кофты и все такое, и при этом ты абсолютно анонимен, в отличие там от того же Пиджина и так далее. Как, и таким может похвастаться далеко-далеко-далеко не каждый, особенно сольный художник. Как ты сам объясняешь, в чем вот отличие? Ну да, наверное. Ну просто задал такой интерес, люблю с публикой общаться, именно в инстаграме, и сказал, что типа, если поймаешь мой мини-стикер на тренд мини-стикеров, который я создал в Москве, что будет у него там удачный день. Ну и приколюха такая, я недавно, как пару лет назад, узнал, что если на эскалаторе найти такую печать, выпаянную на резиновую, ну такая впаянная в пятину, то надо положить руку и загадать желание. Это одна печать на всю длину эскалатора, то есть на все две длины, типа она же по кругу идет. И я начал именно там клеить, именно на этих печатях, чтобы прям двойная удача была у человека, и он именно отслеживал. Да, я даже говорил одному, разыгрывал так один раз, что кто поймает, узнает эскалаторы, поймает именно печать, ну, с моим стикером, то я подарю стикер-пак. Ну, и там некоторые гонялись и узнали сначала
что за станция, а потом они бегали по эскалатору, и реально. А это тоже связано с граффити чуваки, или это отдельный интерес просто за счет того, что какой-то чувак уже мутит движуху, и людям интересно в саму движуху вписываться? Я не знаю, что у них это. Я когда общаюсь, я даже редко перехожу на профиль. Mm-hmm. Просто я всегда общаюсь, мне не важно, кто он там, скейтер или там граффитчик или еще что-то, или просто следит за моим творчеством. Ну, очень, естественно, много людей, которые следит, не рисуют, а просто интересно. У тебя есть какое-нибудь художественное образование? Нет. Или кто ты по образованию сам по себе, это всегда смешно? Экономист международных отношений. Офигенно. Вот, чтобы не отмечали, каждый раз прикольно. Да, это высшее образование, среди технической тоже, техников, информационных, технологических процессов. Да, образования нет, с детства всю жизнь рисовал, какое-то было умение, как бы, я даже... Помню, на Олимпиаде в 3 классе мы рисовали на всей площади, школьной площади, мелками я нарисовал. Наш 3 класс увели, и я сидел в классе, мы зашли такие, и учительница заходит, говорит, о, вырежьте, Александр выиграл 1 место. Я такой, блин, там награждались, их там поздравляли, а мы сидели в классе, я все это пропустил. Ну вот, и меня отправили на городскую олимпиаду, я тоже там рисовал, ничего не занял. Ну я просто вспоминаю, типа, как к этому пришел. Я рисовал всю жизнь. Мы тегли, мы писали рэп, мы там писали какие-то названия групп. Вот, все тетрадки были списаны. Просто баллон я взял, допустим, в 2000 году, да, 15 лет мне было. И начал рисовать граффити, отсюда отчет. А так я всю жизнь рисовал, там, скетчил, но я просто не знал, что это граффити, у нас не было никаких информационных потоков. Я где жил в своем городе в детстве, да, там два канала, РТР, РТР. Единственная передача была до 16 стаж. Такие, вау, смотрим, что-то там до Буги Крю. Думаю, ну все, кайф, ништяк. А чем ты объясняешь то, что... Ну вот у тебя наверняка огромное количество людей, с которыми ты вместе начинал когда-то, они сейчас уже совсем не в граффити, никакого отношения к этому не имеют. Чем ты вот объясняешь свою, мало того, что стабильность, еще и продуктивность в виде того, что ты, ну, начиная с кусков, ты воплощался и в мерче, и в стикерах, а потом мини-стикеры. Гениально, я, честно говоря, спиздил идею. Я тоже вот, насмотревшись на тебя, сделал маленькие стикеры. Ну, ты не первый, я сначала был против немножко этого, потому что, чтобы как-то выделяться, а потом вот сколько, полгода, год прошло, я решил, что именно надо, чтобы сейчас все делали, и свой какой-то эксклюзивный московский стиль был, именно мини-стикеров, уже есть такие споты, где клеят именно маленькие стикеры, ну, не спот, да, имеется в виду на улице такой. Микроспот. Да, микроспот, да, да. Я это как раз здесь на выставке хочу и как бы реализовать, то есть пытался. Пока мало стикеров было мини, и мы собрали маленькие заборчики ПВ2, соответственно, мини-забор для мини-стикера, и сделали стенд с мини-стикерами, так что приходите, посмотрите. А то есть действительно есть множество людей, у которых вот жена, дети, абсолютно обычная жизнь, но при этом они рисуют граффити? Да, 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 все мои ровесники, у многих дети, вот... У моих ровесников они уже с детьми начинают ходить рисовать. А, реально? Это очень круто, да. Я в таком восторге. Ну да, сколько им там? 10-12 лет уже. Пример, знаю некоторые примеры, где они прям высокопоставленную должность занимают. Там, естественно, мы на работе все это скрываем, как вот две личности. Там на улице мы выходим одни, на работе мы другие. И они также ходили по ночам, нарисовали на электричках и... как бы добившись того, что у них была хорошая зарплата, там они на тачках, там, не думая, где взять банки, покупали, там, путешествовали за счет этого, имея хорошую работу, так же вкладывались именно в граффити. Офигеть. Просто стало легче, да. Но если на мне брать пример, я вот недавно опять погрузился в стикеры, начал их клеить, я же не всю жизнь их клеил. Либо их денег нет на них, либо я дома забывал, либо я на машине езжу, как бы вообще по улице не хожу, не клею. Всех разные варианты, как бы это не значит, что человек там исчез или перестал рисовать. В душе, если он этим живет, все время у него мысли какие-то, либо он в другой ушел рисовать на машинах или еще что-то. Поэтому стикербомбик – это такая волна всегда. Все время меняющийся. Была ли у тебя за твою длинную историю какая-нибудь самая пизданутая ситуация, связанная с граффити? Да было их много, я тоже думал, когда зададут этот вопрос, я ни хера не помню. В основном мне друзья рассказывают, а помнишь вот это? Я такой, о, точно, как клево было, реально весело. Ну, в Риге мы приехали с другом, у него там родственники под Ригой живут, мы пошли прямо в центре, где-то там в депо, в центре Риги нарисовали, идем же, километр проходим, там-сям, через мост уже в город выходим. Видим, сзади мужик бежит, вот, и
А, шел за нами. Потом я оборачиваюсь, он уже подбегает и достает пистолет, ну, из вот сюда пазухи. Я ему пакетом по голове, типа, с краской бросаем, и мы просто на перекрестке в разные стороны. А он что-то на латышском орет, но мы вообще не понимаем, это стрёмно. Я бегу, там какие-то маленькие домики, свернуть некуда, сворачиваю, а там, оказывается, так вырезан участок, он просто пустой, такая пустыня. Мне повезло, что он не за мной побежал, за другом. А был у нас один телефон с одной симкой на двоих. Как бы язык не знаем толком, там русских говорящих очень мало, только взрослое поколение. И у него симка осталась, и как ехать, где искать, это было жесть. Просто в городе вдвоем потерялись. А, и то есть это даже не особо связано с граффити, на вас просто напал мужик с пистолетом? Не, мы нарисовали на поездах. И вас пришли стрелять буквально? Через там, да, километр или два за нами следил, шел, и потом уже в городе за нами побежал, ну и да, достал пистолет, начал кричать. На латышском, да, и мы из-за того, что, ну, я ему что-то ёбнул, да, пакетом с краской все равно думал сбрасывать его. И мы в разные стороны, по привычке разбежались. Вот, а как потом словиться, потому что у меня не было телефона, а у него некому звонить. Офигеть. Ну, было весело, да. И словились? Да, через граффити Магаз, я не пришел, я пошел его искать на районе где-то. А он пришел в граффити Магаз и сказал, типа, не приходил, говорит, нет. Потом в этот граффити Магаз приходили менты и говорили, вот какие-то московские ребята приехали, вы не знаете, кто что. А там какой-то крутой олдовый тип работал. Он уже, ну, лет за 40 был, но он говорил, что с 85-го года рисует, типа, в Европе. Или рисовал. Вот, он не сдал нас, молодец, респект ему. И вот у меня есть стикер одного из самых активных и, соответственно, известных московских стикер-бомбера Пиджина Фролка. Я вообще на всех, кто был в этом ролике, оставлю ссылки в описании. И видите здесь то самое Hello, my name is. Он это, естественно, не нарисовал самостоятельно, это Excel стикер. Но суть в том, что вы бы не поняли этого контекста, если бы не знали изначальной истории, которая была в этом ролике рассказана. Поэтому, в принципе, если вы в любую тусовку вот такую вот творческую входите, изучите бэкграунд, с этим, во-первых, гораздо легче. Во-вторых, вы гораздо плотнее и правильнее существуете в этом сообществе. Так вот, еще один важный тренд в граффити, который очень сильно повлиял на современный стикербомбинг, это керики, то есть персонажи, от слова character английского. Изначально граффити это были только буквы, и чем дальше, тем меньше они становились понятными. Вот, например, вот это вот, это что? А вот это что написано? Можете прочитать? На самом деле написано «Володя». На самом деле не Володя. И так как обычные люди в основном не могли даже прочитать, что написано на граффити кусках, туда начали добавлять кериков, то есть персонажей, чтобы сделать их более заметными, понятными и запоминающимися для самых обычных людей. Брались персонажи популярных мультфильмов, сериалов, произведений массовой культуры и так далее. И сейчас это пришло к тому, что многие и букв-то не рисуют, то есть рисуют только персонажей, и это заменяет сам тег. То есть ты выбираешь себе керика, и он характеризует тебя дальше и служит тебе вместо никнейма. У кого-то есть и то, и другое, у кого-то и кериков куча, и шрифтов куча, кто-то и то, и другое делает, но суть в том, что именно персонажей, объектов и всего подобного становится больше, больше и больше. И сейчас граффити-художник — это не обязательно человек, замкнутый в локальном сообществе, а это человек, который вполне себе может иметь фанатов вне граффити-сообщества. То есть, например, что Пиджин, что Бла, они продают реально мерч с... вот Пиджин со своими птицами, Бла с разными разновидностями этого самого Бла. И, кстати, вот в связи с Бла хочется очень сильно вспомнить про постмодерн, который вездесущий, и граффити, возможно, поэтому гораздо живее, чем тот же брейкданс, что оно очень соответствует духу времени. Граффитисты издавна брали чужих персонажей, чужие надписи, что-нибудь еще, что вот опять же там является большой корпорацией, брендом или чем еще угодно другим вот таким политкорректным, признанным и общеизвестным, и каким-то образом переворачивали, перекувыркивали это по себя. Это можно как просто развандалить, так же как-то креативно сделать, как тоже Бларби или, например, Бла-Энсиага, или вот у меня на графическом планшете она уже наклеена, Бла вместо НБА.
По-моему, это просто офигительно. И несмотря на то, что, ну, как бы это ничего в себе не содержит, это не какой-то там серьезный вызов, да, не какой-то призыв к чему-то, это именно контркультура. И людям приятно быть к этому причастными, потому что обычная культура зачастую очень раздражает. И я думаю, раз вы подписаны на этот канал, ну и досмотрели уже до этого момента, то вас тоже очень много чего раздражает. И у вас тоже вот свербит в жопе желание вот что-то дозаявить, сказать вот какой вы, блядь, несогласный. И именно люди, объединенные этим желанием, в том числе двигают стикер-сообщество. И это ли не прекрасно? Ну там еще кто-то где-то ходит, сейчас еще ребята просто подъедут, там Секси Дима подъедет. Вот. Секси Дима живой, да, здесь будет сегодня, конечно, да? Да. Все, вот нам очень Но интересно. Но он сейчас просто как раз занимается там еще делами дополнительно, мы только что с ним общались. Дела Секси Димы, в общем, да. Все связанное с Секси Димой, это мне кажется. Он в жизни какой-то странный чувак? Или нет, он абсолютно классный, он супер обыкновенный, я бы даже сказала, но в этом, в прямом смысле, и необыкновенный просто человек. Хорошо, нужно первый вопрос ему задать, почему ты Секси Дима? Да, 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 это очень круто. Почему ты Секси Дима? До того, как я был Секси Димой, я был жопой. Когда, ну вот у меня пришло в голову жопа, изначально, как и Секси Дима, это последовательность, да, действий, то идея была того, что никнейм должен вызывать какие-то эмоции, что он должен быть не просто каким-то европейским за разряда там, ну, каких-то вот модных слов, а что это должно быть что-то то, что узнаваемо и вызывает у тебя какие-то эмоции. Скорее всего, возможно, даже это раздражение. Ну, то есть, потому что там обычные люди будут думать, что... Как он решил, что он Секси Дима? Какой он секси? То есть это не то, что я себя считаю, конечно, секси. Максимально. Вот, но в принципе мне, ну, для меня это было вызвать у людей эмоции. То есть какие-то, неважно, негативные, позитивные. Была на въезде, я из Химок, в Химках была будочка, которую... Отлично. Которую, может быть, знаешь, маленькую, я постоянно ее делал. Жопа, жопа, жопа. Не, такая, ну, металлическая. А, маленькая. Да, да, да. Я постоянно ее лупил нон-стопом. Вот. И мне понравился комментарий, что там, когда люди комментировали какие вот эти фотографии, все писали, типа, отличный город, почему на въезде в город написано жопа? Почему, ну, типа, Химки это не жопа. Это нормальный город. Вот. Такого, что там кто-то на улице... Неоднозначное заявление. Да. Однажды я закупился не так давно на 10 тысяч стикеров, которые не устроили меня по качеству, и они лежат дома в пакете. И все? И все. Нет. Ничего с ними никак не происходит? Нет, ничего, нет. Ну, естественно, там 10 тысяч – это тоже деньги, они на улице не валяются. Но обида была больше именно вот от момента, что они были немного не такого уровня, как я и хотел. Да. Я живу на заработную плату. Ну, то есть ты, в смысле, работаешь на... Да, конечно, я работаю в офисе, и я работаю в офисе. Ну, это проблематично в плане совмещать еще в силу моего возраста тех обязанностей, которые у меня есть. Обязанностей у меня очень много, ну, в целом, да, жизненных уже, именно серьезных обязанностей. И основная проблема именно там развития, там, как в граффити, так и... там в этом стикербомбинге для меня заключается в том, что у меня, ну, банально не хватает времени на это. И, конечно же, нельзя не упомянуть каким-то образом законность всех этих мероприятий. Дело в том, что действительно, да, как рисовать в общественных пространствах, так и клеить стикеры, это незаконно, по идее. Конкретно про стикеры, мне кажется, нет никакой статьи, но, наверное, какое-нибудь там мелкое хулиганство или мелкую порчу имущества можно приплести. Но суть такая, что понятно, да, что вы, в принципе, совершаете какое-то действие с не своей собственностью. Но у нас, например, баффят, то есть закрашивают граффити гораздо более жестко, чем в той же Европе. И в этом плане в Берлине и в многих городах Америки всякие столбы просто в несколько слоев ухерачены стикерами. И можете ли вы сказать, что просто столб смотрится лучше, чем столб, обклеенный разными интересными рисунками? Для меня это спорный вопрос. Не, ну лично я считаю, что столб со стикерами круче в 100 раз. И в принципе очень, по-моему, клево, когда в городе появляются пространства, которые вот целиком покрыты стикерами.
маркерами или вот место, где можно рисовать, они неизбежно появляются, потому что в городе есть художники, и им нужно куда-то вот выплескивать свое творчество. И очень часто это работает не просто так, как, знаете, условно, хипстерский квартал, и там расписали красивые стены, или там скейт-парк, и он тоже расписан. Периодически это появляется от того, что просто вокруг все убогое, страшное и серое. Или как конкретно это место убогое, страшное и серое. Как, например, лайны, то есть линии электричек. Это же все один сплошной серый дешевый забор. То есть с этим, я думаю, никто не будет спорить, что в этом плане с граффити вид стал поинтереснее. Лично я, когда еду на электричках вот куда-то из Москвы или на поезде, вот Москва-Питер, первые 20 минут дороги, а на электричках всю дорогу, можно наслаждаться самыми разными кусками действительно очень талантливых художников. Потому что даже самые топовые российские райтеры, которые рисуют там огромные заказы за десятки и сотни тысяч рублей, они очень часто продолжают рисовать на этих лайнах, и их здоровенные красивущие работы, можно сказать, скетчбук, только там нет скетчей, там все работы законченные, может наблюдать абсолютно каждый. И вот, по-моему, в этом безусловная польза граффити, и конкретно там оно никому не мешает. И во многих местах тот или иной кусок или тот или иной рисунок может висеть долгие-долгие годы, потому что на этом месте ничего лучше быть и не могло. И в этом смысле, если вас увлекла стикер-культура, или вы и так там что-то рисуете, пишете и так далее, по поводу граффити и тегов я вообще не буду никаких рекомендаций давать, потому что это вот прям, ну, совсем незаконно, и в этом плане просто вот почитайте, что вам будет, почитайте истории других граффитистов и как-то решите для себя, хотите ли вы иметь такие проблемы. А в случае со стикерами не нужно их лепить просто в те места, где их постоянно срывают и стирают, и лепите просто там, где они и так уже есть. То есть просто в городе, естественно, создаются чекпоинты, где, собственно, нужно проявиться каким-то образом каждому художнику, и вы, если хотите стать частью этого сообщества и тоже проявляться, делайте это по вот этим негласным правилам. Просто, ну, не надо охуевать в первую очередь. Вот такие дела. Настоятельно вам советую посетить выставку Мосстик. Она продлится вроде бы до 4 или до 5 марта. В общем, прямо сейчас посмотрите на календарь и сходите туда. Это проходит в Гамма-центре в Москве. Очень интересное мероприятие. Собственно, похожие, как я выяснил, проходили и в других городах, и если у вас в городе будет стикер-эвент, настоятельно рекомендую вам принять в нем участие. А еще очень советую просто смотреть на городские стикеры, потому что их действительно делают очень талантливые ребята. Это офигенные рисунки, и у меня, например, это действительно стало новой частью восприятия города. Я обожаю гулять, именно очень долго, что называется, фланировать, то есть бесцельно ходить по городу. И это стало новым бустом моего интереса к городам, потому что таким образом я не просто хожу по улицам, которые я в основном все знаю, а еще и смотрю на то, что делают вот самые разные художники, какие чуваки тут есть. И в этом плане многие ребята, которые говорят, что, блин, я живу там в каком-то городе, в котором ничего нет, там условно, и это пишут не только про глухие деревни, но и про города-миллионники, да, это очень сильно возвращает веру в человечество и в свое окружение, потому что нам, да, творческим людям, зачастую важно не то, чтобы они были там какие-то особенно сознательные граждане, нам хочется видеть таких же творческих людей, которые вот заряжены какими-то идеями творить, наполнены вот этим желанием. И, собственно, мне кажется, стикер-бомберы — это как раз люди таким желанием наполненные. Они и рисуют, и тиражируют свои работы, и это чистое распространение творчества. Там нет вообще политики. То есть, безусловно, разные общественные важные события, они находят отражение и в этом, но, во-первых, к этому гораздо жестче относятся, во-вторых, зачастую у художников совершенно другие цели. Поэтому, надеюсь, заинтересовал вас стикер-движуха, и потому что мне самому она очень нравится. Если тебе интересно творческая и стикер-движуха, очень рекомендую подписаться на аккаунт Ебанарт. Если ты вообще не знаешь, что такое Ебаназия для Сейна и Ебанарт, то это еще одна творческая движуха, которую ты пропустил. Блин, все пропускаешь. Быстрее переходи по ссылкам в описании. Еще не менее охуительный мой инстаграм, с которого все эти движухи начались. А еще все остальные соцсети, а они охеренно развитые и интересные. В них всех какая-то отдельная творческая движуха. В одних тексты пишут, в других картинки выкладывают, в третьих музыку обсуждают. В общем, переходи по этим ссылочкам ниже, если тебе этой творческой движухи в жизни не хватает. А на этом все, спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки.